Бочкари – вкус Алтая, который уже давно узнают за пределами региона. За 5 дней международной выставки «Продэкспо» этот вкус оценили более 2000 посетителей. Выпито почти 700 литров напитков. Особое внимание к новинкам – «Таргет Манго», «Зеро» и, конечно, достойная замена брендам, которые покинули рынок. Это «Оранж», «Кола» и «Цитрус». Эта линейка стала достижением в импортозамещении на «Продэкспо». А «Кола Бочкари» еще и взяла золото дегустационного конкурса. Они предвосхитили наши ожидания, и мы эту линейку уже не видим как временное какое-то решение или ситуативное, а как регулярная, постоянная продукция в нашем ассортименте. Сама компания «Бочкари» в этот раз получила звание «Лучшее предприятие Продэкспо-2023». Кстати, несмотря на непростой 2022 год, завод не потерял партнеров и поставщиков. Даже больше, трудности подтолкнули «Бочкари» к мощному развитию. Мы запускаем небольшой экспериментальный завод пивоваренный в Бочкарях. Это нам позволит, с одной стороны, реализовывать, скажем так, тестовые, важные фазы с новыми поставщиками различного сырья, в том числе и выпускать пиво для ресторанов, для хорики. Это определенный другой сегмент, чем массовый продукт. Сегодня продукция завода уже представлена в 56 регионах страны. В компании приняли решение расширять производство и запустить площадку для копакинга за пределами региона, в Московской области. А это значит, что «Бочкари» ждет новый виток развития и новая продукция, которую оценят миллионы ценителей вкуса и качества.